Государственный налоговый комитет проводит выездные налоговые проверки субъектов предпринимательства, напоминая о сроках, в которых необходимо перейти на онлайн-контрольно-кассовые машины. Также на портале mysolyk.us поступает обращение от заявителей о налоговых нарушениях. Что скажут на этот счет сотрудники ведомства ГНК? К сожалению, сегодня невыдача чеков в торговых точках стала для предпринимателей и потребителей привычным нормальным явлением. Но не стоит забывать, что это один из самых распространенных способов уклонения от уплаты налогов. Это внебанковский оборот наличности и искусственное уменьшение налогооблагаемой базы. Как отметили в комитете, больше всего систему Solyk-Hamkor для подачи заявок о налоговых нарушениях используют налогоплательщики. В Ташкенте – 866 заявок, в Кашкадаринской области – 315, в Самаркандской области – 269, в Ташкентской области – 253, в Андижанской области – 252. Борьба с теневой экономикой выведена на государственный уровень. В частности, в октябре этого года президентом страны подписан указ об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов. В документе определен конкретный порядок мер, призванных в разы сократить долю теневой экономики в стране. Отдельно обозначен комплекс мер для органов государственной налоговой службы. Помимо контрольно-профилактических мероприятий, налоговые органы также стимулируют общественные требовать чеки. На сегодняшний день в стране функционирует более 71,5 тысячи онлайн-контрольно-кассовых машин. Модели отличаются техническими характеристиками и параметрами. А обращение с жалобами поступает главным образом из-за отказа в выдаче чека этими машинами. И на 30 октября текущего года количество выездных проверок превысило 1300. Так, по результатам проверок с нарушителей было взыскано 4 миллиарда 600 миллионов сумм. В результате контрольно-профилактических мероприятий налоговых органов по отношению к недобросовестным предпринимателям, нарушающим правила торговли, применены финансовые санкции на сумму 4,6 миллиардов сумм. Напомню, что система «Налоговый партнер» доступна в специальном разделе приложения Solyk. Также заявку можно оставить через бот. Собачка Solyk-Hamkor-бот. Уважаемые граждане, отстаивайте свои потребительские права. Требуйте чеки за покупку. Тем самым вы внесете свой вклад в сокращение теневой экономики нашей страны.